Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть еще одного выжившего зомби. В общем-то, я тут прокачал, закатал одну каточку и открыл нашему парнишке, бронику себе взял. Думается мне, стоит ли ее брать. Я думаю, что 2 очка сюда, и в идеале бы куда-нибудь еще очки вкинуть, но мы вкинем в броньку. Вот. И прокачал нашего парня до вот этих пушек. Прикол в чем? Сватовец почему-то берет снайперку. Возможно, там есть выбор какой-то, или на конкретных картах выбор идет, без понятия. Танком я еще не играл, вот. И у нас есть новая лучница. Я думаю, что мы возьмем сегодня тебя, лучницу точнее, и возьмем сватовца и вот этого парня, и посмотрим, как пойдет. Так, вот эта локация. Ну вот смотри, тут написано 10 минут. 20 минут надо выжить, да? Ясно, 20 минут. Погнали. А лучница, она прикольна тем, что... Ну, она почти ваншотит с каждого выстрела. Ключевое слово «почти». Вот, Лара Крофт такая. Ну, хотя да, вот почти, я же сказал. Мы сначала как? Мы прокачиваем оружие, потом полностью прокачиваем... Ну, до первой прокачки там. Она не... Да, она сквозным не стреляет, к сожалению. 118, 100, то есть 120 хп у зомби, у стандартного, судя по всему. Потому что именно столько хватает, чтобы его... Все. Мы прокачим, естественно, лук. Потому что нам надо вкачать... Во, 124. Теперь она ваншотит каждого зомбака. Что, в принципе, нам и надо. Но, как и пули, стрелы могут лететь куда угодно. Не обязательно в цель. Вообще не обязательно. Надо поднять опыт, чтобы больше капало за каждое убийство. Берем еще прокачку. Сейчас лук вкачаем до второго. Потом начнем качать перки. А потом уже начнем брать себе дополнительных ребят. Да, скорострельности, конечно, было бы побольше, было бы вообще супер. Ну что ж поделать. Да, ей нужно прям стоять на месте. Вот это мне не нравится в лучнице. Так, давай. Следующая прокачка, по идее, будет уже более топовой. Так, главное, чтобы не зажали. Я, конечно, вкачал броню, но я сильно сомневаюсь, что мы сможем много, как сказать-то, много заблокировать урона. О, ящик появился. Так, и у нас появляется новый лук, тройной, что мне в нем нравится. Потому что он стреляет по 3 стрелы. Так, у нас появился и человечек. А, подожди, по 3? А, по 2. Ой, ну по 2 так себе. Сначала берем ящик, конечно же. Так, в ящике что взять вообще? Critical damage? Блин, тут нету... давай critical damage возьмем. Тут нету этого. Да, двойной выстрел и хороший, и плохо одновременно. Мы возьмем себе очки сейчас. Мы сейчас и за лучницу сможем нормально танковать. Я просто хочу посмотреть, морозные ледяные стрелы вообще как работать будут. Морозные ледяные, да. Замораживающие и поджигающие. Так, мы берем вот эту еще прокачку. Она вроде как должна выпускать больше стрел. О, там магнит выпал. Вообще супер. Ну, вообще-то очень супер. Так, мы, наверное, берем сначала вот это. Прокачиваем еще лук. Предпоследняя прокачка вроде как. Должно быть по 3 стрелы. Да. Ну вообще же хорошо. По 336. Шанс крита большой стал. Но пока что да. Пока опыт нам не сильно нужен. Ну точнее, опыт нужен, конечно. Но не сильно нам герои нужны. Вот сейчас они уже прям нужны. Так, прокачиваем лук до последнего. 4 стрелы за раз. Что в принципе хорошо. Ей бы скорость перезарядки. И вообще было бы супер. Но она пока что, вон, неплохо так наваливает по всем. ХП уже есть, уже хорошо. Да, потихоньку сейчас будем разваливать всех. Не, слушайте, 103. Ну, такое себе, мне кажется. Так, думается, надо пройти вот здесь и немножечко подсобрать. Хотя бы на еще один уровень. До способности. Дальше, понимаю, лука все, уже не будет. Так, вот теперь можем смело брать себе дополнительного чубрика. Так, да, лук уже не будет. Берем способность. Раз в 15 секунд. Дождь из стрел. Тема хорошая. Так. Давай молнию возьмем.
и пошли за персонажа. О, вот, мне нравится эта способность. Жалко, что она разовая. Ну, то есть, у Шокера хотя бы, у парня с электрошоком хотя бы несколько раз лупит. Так, теперь нам нужен кто? Теперь нам нужен парень с Шокером, потому что он как даст 300 хп плюсом, но нам надо его пистолет прокачать до 3 уровня, посмотреть, что там будет. Вроде как там должна быть то ли пушка какая-то мощная, то ли еще что, без понятия. Вот как раз заодно и посмотрим. Осталось нам только прокачаться для этого. Но сейчас уже пойдут скоро боссы. О, как она хорошо валит. Ну, ей бы помощнее эту способность, было бы вообще приятно. Так, идем дальше в пушку. Сейчас надо бластер качать, чтобы он надамаживал очень сильно. Для этого нужно очень-очень много опыта. Надо за то ли количество опыта взять, чтобы... Ну, там вроде больше выпадать нету, там чисто этот, чтобы больше получать опыта. Точнее, за вот эти вот очечки больше опыта получать. Лучница вроде прикольная, ничего не скажешь, но ключевое слово вроде. Я хочу посмотреть новую пушку. По факту мы этим сейчас и занимаемся, смотрим новую пушку. Так, пушка, конечно же, пушка. Так, конечно же, рерол. Да, Тесла. Так, конечно же, Тесла. Все, супер. Вот таким нелегким муфом мы прокачались до 2 уровня оружия нашего милого энерджайзера. Супер, пока все идет хорошо, я бы сказал. Очень даже хорошо. Так, о, Тесла, давай еще. Так, 5, конечно же, реген. Я не знаю почему, я реген всегда беру, потому что реген это топ. Очень топ, я бы сказал. Так, что у нас? Сватовец? Не, давай дальше пойдем, посмотрим, что, после Тесла, что у нас пойдет. Мне как бы это и надо, посмотреть, что идет после Теслы. Потому что я как бы очень хочу сильно посмотреть, что после Теслы. Ой, больно, 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 больно. Дайте я хитпоинтики возьму. Электричество, бегать быстрее. Да, видите, она вроде как интересный боец, но такое себе, если уж на то пошло. Но вроде да, вроде она интересная. Так, о, смотрите, а тут выбор дают. Либо вот хрен пойми что, либо хрен пойми что. Давай возьмем вот это. В тот раз выбора не было. Ой, такое себе. Так, ну это такое себе, поменять можно как-нибудь? А, он пускает типа луч, который лупит... Что, летит и взрывается? Или попадая в цель, сам наводящийся? Да, походу да. Мне что-то хочется снайперку проверить. Но у нас потом вояка будет, и посмотрим его на автомат и на все остальное. Пока так себе, если честно. Ну, типа, самонаводящийся снаряд в количестве одна штука. Ну, такое себе. Так, давай пушку дальше качать. 2 снаряда. Давай смотреть, что это за ультимативка будет. В 2 снаряда. Ну, пока непонятно, если честно. Вроде бы да. А, но она прям взрывается в большом радиусе. Ну, все равно. 500 не надо, скилл кулдаун. Возьмем минус 10%. Босс вышел. Вот, давай на тебе проверим пушечку твою. Мою, точнее. Ну, неплохо проверили. Да, красота вообще. Тем более сейчас стреляем в 2 раза больше. О, магнит появился. Супер. Так, берем тебе автоматчика теперь. Вот, все, теперь у нас уже игра будет поинтересней. Правда, реролить мы ничего не можем, поэтому вероятность того, что мы наберем себе что-то ценное, очень мала. Так, но мы прокачали пушку до 3 выстрелов. Уже хорошо. Пистолет качаем, естественно. У нас уже оружие одно прокачано, сейчас будет... О, все, началось. Началось. Я просто вместо снайперки хочу автомат взять. Вот, и посмотреть на автомат вообще. Что он из себя покажет. Пока 4 уровень такой себе, ну ладно. Я думаю, что шарики будут чисто бить электрическим током и все. Ну, то есть... Поэтому надо будет снайперку в следующем ходу посмотреть. Ну, или что это там такое было, похоже на снайперку. Так, давай, давай, нам нужен еще пару уровней. Нам до 20-й волны надо еще поднабрать. Неплохо так. Благо у нас реген есть. Благо реген, да. Но лук пока что, как видите, полная фигня. Так, берем пистолет дальше. Там хотя бы СМГ будет.
А, так навыки исчезают со временем. Это печально. Интересно, здесь хп нет? Потому что если и хп исчезает, это вообще будет дабл обидно. Так, идем за ящиком срочно. А, упокоцали. Но мне кажется, или мне реально чуть меньше урон наносит? Ну, прям чуть-чуть. Так, дэмэдж. Давай. Хотя можно было скилл дэмэдж взять, мне кажется, лучше. Так, еще один герой. Ой, больно. Но мы к хпшке идем, поэтому все нормально. Так, давай босса быстренько зажарим, и все. И все, босс готов. Так, с боссом все. Реролить нам некуда, берем тебя. Вот поэтому, да, я и хотел подождать. Потому что я сейчас автомат буду собирать 20 лет, блин. Вот в этом и вся проблема. Хотя, не, мы сейчас быстро соберем. За счет того, что героев-то мы набрать не можем. Мы сейчас автомат себе быстро наберем. Сейчас просто одну из способностей на фул прокачать и все. И у нас как бы обеспечен нам и автомат, и пулемет, и все остальное. Я надеюсь, что так и будет вообще. О, магнит появился. Магнит — это хорошо. Это означает, что мы сейчас покоцаемся очень жестко. И потом произойдет чудо, и мы соберем все, что есть. И прокачаем тебе когда-нибудь. Давай вот это. Пистолет, наконец-таки. Прокачали пистолет, уже хорошо. Теперь он вроде как помощнее стреляет. Но хп, как видите, вон оно уже восстанавливается. Сейчас мы... Вот УЗИшка здесь бы вообще зарешала бы. Заиграл бы все новыми красками с УЗИшкой. Просто мне не нравится реально вот... Ну, блин, до этого, когда Гаусс пушка была, она как-то пободрее стреляла, что ли, или что. Да, тут она почти убивает с одного удара, скорее всего. Рерол тайм? Давай возьмем. Вот, она вроде бы убивает с одного удара даже. Не спорю, но, блин... Медленно очень. Ой-ой-ой, я на босса влетел. Не туда, куда хотел вообще. Так, нужно сейчас следующим автоматом взять. Ну, не автомат, УЗИшку. Хотя бы УЗИшку. Потому что, да, вон СОС появился. Мы, конечно, его раньше увидели, но все равно. Чем больше у нас способности будет, которые лупить, или оружие, которое будет лупить по области, тем лучше. О, здоровячок. Вот здоровячок мне не нравится. Потому что он собака хитрожопый. О, УЗИшка. Вперед. Давай начнем с толстячка. Вроде бы... О, серьезно? Настолько бесполезный? А я думал, что будет сложнее. После СМГ пойдет как раз-таки автомат либо снайперка. Снайперку я видел. Она мне не понравилась. Ну, то же самое, что вот эта гаусс-пушка. Она по одному выстрелу делает и все. Там может быть... Ой, как лагать начало жестко. Что-то внезапно. А хотя, смотри, электрический заряд против босса сработал идеально. Но он его вынес почти. Все, босс готов, как бы. Босс как бы готов, что, в принципе, меня радует. Ну, то есть, я не думал, что мы босса так легко сложим. А оказывается, они на изи складываются. Так, пошли за ящиком, прорываемся к ящику потихоньку. Да, регенерация, конечно, это хорошо. О, босс еще один вылез. Не прошло и 10 лет. Давай СМГ еще качать. Да, слушайте, против боссов я не спорю, штука вообще идеальная. Давай, сейчас мы тут покажем вам, кто главный. Так, СОС есть? СОС еще нету, да? То есть мы чисто бегаем, собираем всякую фигню. Так, качаем пока вот это. Я пушку, наверное, если будет снайперка, точно брать не буду. Я за автомат, я хочу посмотреть, на что автомат способен. Скилл кулдаун давай отменим. Да, смотри, он босса прям раскладывает. Мне это прям нравится. Ух ты, хорошо. Так, о, этот появился. Пойдем заберем тогда вот это, наверное. А мы магнит забрали? Нет, а где магнит? Или он исчез прям передо мной? Это, кстати, возможность. Они же исчезают, предметы. И хилки, и все исчезает. Братан, что тебе надо? Иди отсюда. О, магнит выпал из него. Супер. Давай. Я выживу. Мне главное выжить. СМГ. Я просто сейчас еще одного героя заберу, поэтому мне главное выжить. Но этот отъедет сейчас спокойно вообще. Они спокойно отъезжают, я смотрю. Во! Автомат. СМГ. Давай, меняем СМГ на автомат. Так, и смотрим, как автомат работает. Ну, вроде бы даже очень неплохо насовывает им всем.
Так, ящик еще. Мне вот сейчас, сейчас у меня есть все шансы. У меня такое предчувствие, что у меня есть все шансы выжить. И дойти до 20-го. То есть нужно было их по-любому качать. Я бабки хочу больше. Больше бабок. Ну просто вот мы сейчас как-то... Еще сейчас вертолет взять с этим, который будет летать. Гранаты, которые будут разбрасываться везде. Вертолет, который будет летать по округе и всех уничтожать. Ну точнее, ну по линии пролетать и уничтожать. Вы поняли. То есть пока, да, есть все шансы очень неплохо набрать его. Но я смотрю, автомат прям выносит абсолютно всех. Что мне, в принципе, и надо было. Ау. Почти уровень, кстати говоря. Сейчас, скорее всего, апнем вот через эту кучку. Давай, давай, давай. Нам нужен левелапчик один. Больше опыта, вот что нам надо. Так, до героя мы почти добрались. Все. Так, берем тогда, наверное, вот это. Чтобы быстрее автомат прокачать. И, конечно же, берем автомат. Еще плюс демедж. Боссов, я уверен, будем разваливать теперь вообще на изи. Смотрите, они все исчезли, их стало очень-очень мало. Как-то внезапно. Очень много хилок. Давайте собирать периодически. Магнитик пригодился бы в идеале тоже. Не, слушайте, мне кажется, ли автомат стал имбой? Он убивает их еще хрен пойми где, они еще даже подойти не успевают. Так, Рой. Ну да, все, минус босс. Это вообще имба так-то получается. Короче, автомат... Ну, снайперка не такая имба, сразу скажу. Снайперка, да, она типа мощно стреляет по одному выстрелу, но очень медленно. По сравнению с автоматом, который просто наваливает тут всех, раскладывает... Снайперка полная хрень. Так, вон еще ящик. Фу, что взять? Вот это возьмем. Дальше дэмэдж. Да, они теперь не могут просто собираться в такие пачки. Им и без этого нормально. И без собирания в пачке. Ну, у нас хилки есть. По 2 сотни, правда, только. Но да ладно. По 2 сотни больше, чем ничего. О, герой появился. Супер. Халявная прокачка. Так. Берем, наверное, вот тебя. Докачиваем тебя. Стараемся. Чем чаще она будет спавниться и в большем радиусе, и там радиуса нету. Ну, короче, это тем пригодится. Так, берем еще раз тебя. Все, минус один навык. Ну, то есть, все, мы теперь его качать больше не будем, и он у нас появляться не будет. Значит, больше шансов прокачать все остальное, включая оружие. Не, смотрите, прям реально на раз-два всех разносим. Но все равно лучница, мне кажется, ну, такое себе. Парень с дробашом был бы повеселее. Так, еще один ящик. У нас очень много предметов, некоторые по двоечке. А, у нас только один по двоечке. Босса пока, кстати, тоже не видно. СОС тоже сигнал нет. Они обычно появляются в одно время. Так, скилл, кулдаун, скилл, дэмэдж. У нас же просто гранаты скоро появятся в большом количестве. И нам как бы на... О, супер, вот это я возьму. И нам как бы... О, еще босс вышел. Привет, тетенька. Здравствуй, пока, до свидания. Да, очень много опыта, но бесполезно. Топовых плюшек нету. К сожалению. И денег вроде выпадать должно больше. Но что-то выпадает как-то. Хотя мы уже 11 уровней апнули. Магнит. Я магнит вижу. Так, деньги вроде примагничиваются. Я не помню. А, за монетки мы получаем больше. Я понял тебя. Так. Конечно, автомат качать. Правда, всего на 3. А дальше же должен быть то ли пулемет, то ли что-то еще у него, правильно? Сейчас мы чисто лучницу вкачиваем. Что, кстати, ну... надо было взять, блин... Ну, хотя, ладно, я чисто героя вам показать решил. Я за нее тогда играл, хотел снять видос, но фиаско произошло. И видос не снялся. Так, давай гренки кидать под ноги всем. Это хорошо будет. Да, дальше автомата, чтобы прокачаться, надо за автоматчика начинать. Но пока сия возможности нет. Так, у нас куча сердец и никаких боссов. Где же вы? Да, гранаты летают, это хорошо. Дальше 3-4 будет. Слушай, нас пока не коцают. Вообще супер. Мне кажется, очень хорошо идем.
А, ящик, а я его, кстати, не заметил. И там магнит выпал, и босс выпал. Хм. Начнем с магнита. Армор, плюс 15. Давай армор возьмем, чтобы еще меньше дэмэджа наносило. Просто я не знаю... О, мы что-то... Мы второй уровень взяли только что за подругу. Хорошо, хорошо, здрасте. Так, еще гранаты. Так, там щиток выпал. А это бабка опять мерзкая, которая не дала нам толком ничего интересного и полезного. А, ХП не берется, если полное. Супер. А то я переживал, мимо пробегая, думаю, сейчас, не дай бог, возьму. А оно не берется, если полное. А то можно было просто просирать кучу ХП. Ой-ой-ой, больно. Я только что взял 15 армора. Господи, как у меня вообще это происходит? Взять 15 армора и выхватывать от всех. О, парнишка пришел, здрасте. Так, босса, мне кажется, одного мы почти чпокнули, да. Почти не считается. А вот сейчас считается. Оп, второй. Так, берем еще грены. У нас ХП мало, пошли ХП набирать. Так, сейчас только мы тут наберем опыта. Ай-яй-яй, да, за ХП погнали. О, ХПшки, кстати, много. Мы сейчас подрегенимся спокойно. Мне кажется, или когда граната, этот снаряд взрывается, он еще шоком бьет вокруг, кто находится. В чем такое предчувствие? Так, чувачок появился. Супер. Набо регенерацию. А, и ящик появился, и босс появился. Набо регенерацию взять на подольше. Вот это было бы прекрасно. Так, берем вертолет. Походу, все уже абсолютно закончились, кто только мог закончиться. Так, и погнали за ящиком. Так, а еще вертолет. Просто дальше пойдет самое интересное, это деньги и здоровье, что и то нам надо. Поэтому как бы я и хочу. Ой, а сейчас они прям окружать начали, жестенько так. Да, без ачивочек и способностей мы тут не справимся. Без хпшки тем более. Ай-яй-яй, больно же, ребят, больно. Щиты хоть возьмем давай. Так, до ящика надо срочно добираться. Ребят, раскладывайте их всех. Босс пришел. Ну, босс долго не проживет, потому что он идет по линии вертолета. Зря он вообще сюда поперся. Так. У нас... Ну, кстати, 500 хила я не хочу, но, наверное, я возьму деньги. Потому что 500 хила, типа, зачем? Мы сейчас хил подберем и все. Вертолет. Дальше прокачиваем вертолет. Так, идем за еще одной прокачкой. За опытом. Супер. Сейчас вертолет впереди всех прокосит и замечательно. Два босса опять вышли. Опять два босса. О, здоровяк. Здоровяк мне не нравится. Никогда не нравился здоровяк. Поэтому мы избавляемся от здоровяка. Так, давай, подбери, подбери. Оп, супер. Так, вот это. Так, от одного избавились. От второго не избавились. И появился еще два. Ё-моё. Это типа меня боссами душить начали, да? Хорошо, я вас понял. Так. Меня начали душить боссами. Одним задушили. Уже. У нас просто они начали нас очень сильно окружать. Вот в чем проблема. У этого опыта не было. Блин, я сундук подобрать не могу теперь. Ой, стой, 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 стой. Блин. Хреново так-то. Блин, вся проблема в том, что я не выживу, мне кажется, в этой мясорубке. Тупо из-за того, что у меня времени не хватает. Ну, точнее, меня очень жестко окружают. И ящики я не подберу из-за этого. Хотя у нас... Ну, 5 в секунду, это хрень полная, не регенерация. Так, вертолетик, давай, зарешай там вообще всех. Так, давай. Валим из центра, валим из центра. Опыт нужен, опыт. Так, щиты берем. Сундук надо взять. Да, щит блокирует вообще все, что поступает. Еще один щит. Супер. Так, еще один герой. Это значит еще одна прокачка. Так, минус босс. Забираем с него все. Мне кажется, ли мы вкачались уже почти полностью. 30 секунд осталось. Не-не-не, опасно, опасно, опасно. 30 секунд, давай. 37. Вы же... А! 38 секунд. Серьезно? Серьезно? Молодец, что прокачалась. Молодец. О, как же плохо было под конец-то. Как же было плохо под конец.
Брони не хватает, да? Обили... нет, магнит нет. Я думаю, пушки взять. И в скорость прокачаться. В общем, у нас 19 уровень, 20 следующий, и нам откроют еще новые скиллы. Да? Какие-то тут клеверы, какая-то хрень. Тут вон перезарядка, походу, еще что-то, регенерация здоровья. В общем, ладно, давайте на этом заканчивать, продолжим в следующей серии. Еще одну попыточку, только уже за нормальных ребят, без лучницы. Посмотрим, как пойдет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.